Электронные торги, пожалуй, самый современный способ торговли. Процесс покупки и продажи товаров и услуг совершается на специальных сайтах, электронных торговых площадках в интернете. Сегодня в городском комитете управления имуществом прошли торги по организации поставки фруктов в детские сады нашего города. В наш век прогресса, глобальных технологий и стремительного развития сети интернет неудивителен рост популярности электронных аукционов. Ведь благодаря такому способу торговли можно покупать и продавать товары, даже находясь в другой точке планеты. Но сегодня так далеко мы не пойдем. Один из таких электронных торгов прошел в здании Московской администрации города. Добрый день. Сегодня у нас процедура раскрытия конвертов по совместному конкурсу с ограниченным участием среди субъектов малого предпринимательства, социальной интернет и коммерческих организаций. Заседание комиссии по проведению торгов можно было наблюдать в режиме онлайн. Поэтому вскрытие конверта по открытому конкурсу не может даже вызывать каких бы то ни было подозрений о недобросовестном проведении аукциона. И, кстати, такие торги в здании администрации далеко не редкость. Они проходят по мере потребности, сформированы каждым заказчиком. У нас бывает в день по 40 комиссий, которые мы проводим по определению поставщиков. Естественно, у нас порядка 270 заказчиков в городе. Естественно, у каждого возникают свои потребности. Одним из заказчиков данного конкурса выступил детский сад номер 182. Заведующая рассказала, что они регулярно участвуют в подобных закупках. Составляется план-график закупок на календарный год, который включает в себя наименование товара, продуктов питания, материалов, оборудования, ремонтных работ. Обязательно в план-график включаются сроки, в какой месяц, на какую сумму, в каком количестве и каким конкурентным способом будет осуществляться закупка. Работа в области осуществления закупок в настоящее время находится в стадии становления для дошкольных образовательных учреждений. Но в конечном итоге, я думаю, что это должно привести к экономии финансовых бюджетных средств. Победителем конкурса с ограниченным участием может стать участник, который предложил наилучшие условия исполнения контракта. А победителем аукциона может стать участник, который предложил наименьшую цену контракта. Говорить о победителе пока еще рано, ведь сегодня прошел лишь первый этап конкурса. Впереди участников ждет еще две ступени торгов. Это предквалификационный отбор и оценка рассмотрения заявок. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.